Друзья, всем привет! Сегодня я на Твиже пробежался. Кубинская школа бокса. Как работают ноги? Смотрите, пробежался, бегаю с утяжелителями. Мы бьем тогда, когда встает нога. Нога встала, руку ударили, поэтому пробежался, ручки покидал, подвигал скаки, подводящие упражнения. Базовые упражнения из советской школы бокса. Во-первых, движение в стойках. Со смены стоек. В левосторонний подвигался, в правосторонний. То же самое назад. По 2-3 движения. Соответственно, уменьшаем. Делаем, доводим до одной полной разножки. И то же самое делаем в бою. Например, атаку начали. Разножку сделали, ушли. Вот такие вот движения. Хоп, ушел от соперника. Первый вариант. Второй вариант. Разминаем ноги. Обычное раскидывание. Вперед, назад, по сторонам. По сторонам. Такое упражнение позволяет удерживать на вес тела. Можно совместить его с ударами. Следующий момент. Ударное упражнение с махом ноги. Делаем мах ноги и бьем крест-накрест, как обычно в боксе. Левая рука, правая нога. Чем больше качаемся, тем сложнее удерживать себя. То же самое в бою. Сразу ножку подхватили. Подхватили, поставили, ушли. И меняем постоянно направление движения. Серия не ударная. Серия легкие, быстрые, но работа ногами и работа корпусом постоянно в разных. Стойку поменял. Ушел, сместился. Следующее упражнение. То же самое, ногу выставляем. Можно совместить ногой с рукой. Раз, ножку подхватил, поработал. То есть все перемещения, передвижения идут постоянно, постоянно за счет движения, смещения на ногах. Плюс циркули и заходы. Работа перед соперником. Вес тела, как правило, середина или задняя ножка. Все-таки это наследие советской школы бокса. Поработал. Переднюю ногу за соперника поставил. И, соответственно, сюда разворачивать. Здесь можно уйти от соперника. Либо сделать какое-то движение, маневр. И так далее.